сейчас отвели просто крутейший концерт, и мне очень интересно, как вы восполняете свою энергию после. Спать ложусь. Сразу? Да, не, ну не сразу, конечно, самое главное высыпаться. Просто сегодня я очень хорошо выспался, поэтому был крутейший концерт. Как вообще вдохновение находить творческому человеку? Не знаю. Вот если вы мне расскажете, я буду вам благодарен. Вдохновение – это такая субстанция, которая неосязаемая, прикосновение которой хотя бы чуть-чуть бодрит тебя и дает тебе уверенность в том, что у тебя все получится из всего. Вот. Оно где-то есть всегда, но как его захватить – непонятно. Я его, ну, постоянно пытаюсь приручить, оно говорит, да-да-да, конечно, я с тобой. Потом чик убегает, и нет его. И что делать с этим, я не понимаю. Я один из тех романтиков, которые в это верят, которые верят в то, что все пишется само, пишется из космоса. Из космоса или нет, я не знаю, понятия не имею, но самая настоящая композиция пишется всегда сама. А как быть, когда вообще пропадает вдохновение, но надо продолжать? Вот как с этим справляться? Ну, заставлять себя... Не обязательно. Можно уехать куда-нибудь. Очень хорошо помогло мне с этим. Недавно мы уехали в Испанию. У нас был там отдых, но как Испания? Ни моря, ни людей, ни тусовок. Отель, в котором одни мы, маленький в горах. Никого нет, уединение. Вот что нужно. Оказывается, не вариант, что второй раз это сработает. Но в этот у меня очень хорошо. У меня там одна композиция полностью написалась, вторая композиция, там какие-то, ну, идеи, ну, то есть идеи там есть. Студенческие годы были у вас? Ну, пару лет училище искусство финское. А влюбленности в студенческие годы? Да, я вас умоляю, там одни влюбленности были, там учебы-то не было одни влюбленности, конечно. И это давало вдохновение наверняка, когда в кого-нибудь влюбляешься, дает какой-то стимул к чему-то? Времена вот студенчества, все какое-то вот, все... давало энергию, все давало силы, все давало вдохновение. Я во времена студенчества писал там альбом в неделю. Конечно, этот альбом нахрен никому не нужен, потому что полная хуйня получалась, да? Но в тот момент я думал, блин, вот все, аранжировки я написал, уже текст написал, все записал, все. Альбом я мог вот так, ну, издать просто. И хотелось, ну, что-то делать. Сейчас, ну, все... Меньше и меньше, ну, конечно, потому что я уже как бы 35 лет мне, да? Ну, если честно. Вот, как бы это. Но я все равно, да, в форме. Женат? Да, я женат. Женат, у меня ребенок. В каком возрасте вы женились? Пару лет, наверное, да? Ну, может быть, да, потому что Берке сейчас 11 месяцев уже. 11 месяцев, да? Такая классная. Наставление для людей, которые ищут себя, пока не могут найти. Ну. И вот что им делать, куда им идти, в какую сторону? Давайте будем говорить клишейно. Надо слушать свое сердце и следовать зову там его, как оно не обманет. Понимаете, все обманут, оно не обманет. Если у вас есть к чему-то такая же тяга, как у меня к музыке, идите. У меня были, как бы, ну, я шел к музыке. Когда вокруг все, кто этим занимались, зарабатывали, ну, копейки. Ну, прям копейки. И если ты идешь в музыку, то максимум, что тебя ждет, это вот ты будешь в ресторане исполнять что-нибудь, знаешь. А я еще вырос в 90-е. Я в 96-м исполнял в ресторане «Владимирский Централ». Представляешь? Я стоял маленький. «Владимирский Централ, ветер сель». Вот. Это школа. Это своего рода школа. Но как бы я смотрел... на отца, отец у меня все это, короче, в ресторанах, в ЗАГСе там играет, все, получает опять же какие-то копейки. Но я думал, нет, я хочу, ну, артистом вот быть там, вот в телеке, чтобы меня показывали там все. Я смотрел, когда был маленький там Агутин пел, да, я думал, блин, я так же хочу. Вот, и все. Но предпосылок не было к этому. Ну, не было то, что ты вот это вот сейчас, короче, исполнишь, и у тебя будет там, тебя в телеке будут показывать, да? Может, и не будут показывать. Таких миллионы. Но как-то вот, ну, идется, и все само идется. Ну, туда и я, и иду туда, и все. И вот, ну, все это вышло. Как бы, если кому тяга есть, иди.